Получены результаты анализа воды из пруда на реке Ликово. Исследования в отобранных пробах были проведены по 13 показателям. В итоге выявлены определенные превышения некоторых нормативов, установленных для водных объектов рыбохозяйственного значения и культурно-бытовых. При этом содержание нитрат иона и аммоний иона в сточной воде, сбрасываемой в пруд, в полученном соотношении указывают на сброс сельскохозяйственных сточных вод. Подобные соединения ухудшают газовый и гидрохимический состав воды и приводят к накоплению нитритов и нитратов в теле рыб. Для уточнения причины гибели рыб направили результаты анализов в Московско-Обское территориальное управление Росрыболовства. Сброс произошел из ливневой канализации КТТ «Дубки». Вынесено предостережение. Решается дальнейшая судьба источника загрязнения.